Старый газопровод дома номер 18, расположенного по проспекту Абулхаирхана, по словам управдома, служил верой и правдой около 50 лет. Был проложен под землей и на глаза никому не попадался. А как говорится, с глаз долой и сердца вон. Потому и претензий к нему жильцы дома не имели. Но 3 дня назад актюбинские газовики приехали менять старые трубы газопровода на новые. И провести систему решили над землей. Вдоль внешних стен первых этажей. Мы проводим этот газопровод по фасаду в связи с тем, потому что вот тот газопровод, который 66-го года рождения под землей, уже морально и физически изношенный. Деревья растут на них, прям на палисадники, наверное, видели здесь. Они эти корни уже повредили нашу изоляцию. Там идет коррозия. Возможно, ну, пока утечки нет, возможно, может быть утечка. Проникновение газа в подвалы, подъезды и взрыв этого дома. Но, как утверждают жильцы дома номер 18, половина новых труб на самом деле совсем не новые. Они были покрыты ржавчиной и старой краской. И теперь жители боятся, что старые трубы при первой же опрессовке полопаются, а дом в прямом смысле взлетит на воздух. Мы думали, они нам привезут новые трубы, все сделают как следует, вместо старых положат новые. Нет, они стали проводить нам под окнами и положили БУ, все это ржавое, стыки нормативы не соблюдены, очень большие, переход не соблюден, диаметр у всех труб разный. Ну вот ржавые трубы, это можно посмотреть у нас в палисадниках. Начинаешь задавать вопросы, начинают смеяться, травить какие-то анекдоты. Но мы узнали, что начальник у них Тасыбаев. 3 дня ведутся эти работы. Быстро, когда я сказала, мы вызовем Рыку, это быстро начали эту ржавчину закрашивать. Завтра будет опрессовка. Мы не уверены, выживем мы все в этом доме или нет. В управлении компании «Кастрансгаз Аймак» подтвердили, что часть труб, устанавливаемых в порядке замены газопровода, уже использовались в другом объекте. Но добавили, что их состояние хорошее и нигде, кроме газоснабжения, они задействованы не были. Есть новые, есть которые используются с другого участка диаметром. Там, например, меньше, а сюда как раз подходит. Оттуда сняли, сюда поставили. Она так, что трубы тут роль не играет. Они не из-под воды, из-под газа. Там стояло, что здесь стоит, разницы нет. Это просто жителям неудобства создаем. А жильцы злополучного дома сетуют на то, что жилое строение и так на ладан дышит, а новый старый газопровод уверенности в безопасности не добавляет. Если руководство газовой службы не заменит трубы на действительно новые, местные активисты обратятся в прокуратуру. Антон Пережогин, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».